Avukatı. Так, что у вас по документам? Начинаем. Первое. Это удостоверение о ввезении в Республику Беларусь, то, что оно уже растаможено. Так, самое главное. Второе. Счет справка и договор. Беларусь, на ваше имя. Да. Так, ну а это тайтл. Где она покупалась, да, американский. Вот. А это еще и таможенная декларация. А прежде чем ехать в ГИБДД, нам надо будет еще пройти одну процедуру. Да, это получить паспорт безопасности и еще купить ГЛОНАСС и все это вместе оформить, потом получить электронный ПТС. Только потом можно ехать в БГАИ. Завтра надо нам будет сделать фотографии машины, получается, справа, слева, спереди, сзади, да, с открытыми дверями, с открытым багажником, с открытым капотом. Потом ее надо поднять на подъемник, это где-то в сервисе, и сфотографировать днище. А это нельзя сделать на будущей неделе? Можно. Чем вы дольше будете тянуть, тем дольше до оформления электронного ПТС, да. У меня здесь какой-то лимит по времени есть, вот когда я по этим бумажкам... Ну, лучше быстрее все сделать. Хорошо. А вы слышали, кстати, что сегодня вышел какая-то бумажка? До конца августа могут все закрыть. Нет. Бумажка какая-то вышла, что ГЛОНАСС могут отменить временно. На время, пока Лиса оформляет ТЭС, ГЛОНАСС будет отменен. Сегодня вышла такая бумажка, потому что кнопок нет. Кнопок-то нет. Кнопок. Физически. Кнопок нет. Есть большая проблема с этим. Да. На Дальнем Востоке же так сделали. Да. На Дальнем Востоке сделали за то, что там право руля, за право руля это все сделали. Разницы по сути никакой. Кнопок нет. Проблема-то в чем? А там были кнопки. Просто у кого прописка, у меня не нужна кнопка. Я одну машину в год могу привезти без кнопки. Без кнопки, да? А остальные уже с кнопкой. Понятно. Во-первых, надо зарегистрироваться через госуслуги на pts.ru. Да. Ну, у тебя есть еще 3 дня. Тогда электронный ПТС, когда появится, вы увидите сами первые. Надо заплатить утилизационный сбор 3400 через Альфа-банк, квитанцию пришлю. И сделать эти фотографии. Отправить брокеру. Брокер это отдает. И вам не надо ехать на какую базу, там, где это все делается. То есть вы сами делаете фотографии и отправляете. Потом следующий этап, где ты ждешь с неделю. Сколько мы, Сереж? Неделю? Дней 10 ждали, да? Появляется дальше, значит, этот паспорт безопасности. После этого покупается ГЛОНАСС. И через 3 дня выдается электронный ПТС. Володь, еще раз спасибо, ребята. Я очень рекомендую, если вы хотите хорошую машину, и чтобы вас не по всем кругам не развели, по тому всему пятому и десятому, в дополнение по деньгам, вот человек, у которого нужно заказывать машину из Америки. Да, приходите к нам. Вы, кстати, Володь, я чуть все время забываю спросить, вы только электрокары или нет? Нет, любые, пожалуйста, машины. Не только из Штатов? Которые проходят. Нет, здесь на внутреннем рынке тоже работаем, покупаем. С Абхазии можете у нас купить такие недорогие машины. С Японии возим, в Абхазию. Там тоже можно приобрести. Это мой вариант. Что недорогой с Абхазии, это мой вариант. Погнали. Сколково. Наш путь теперь в Сколково. Не каждый может позволить себе Теслу, но зато каждый может позволить себе корабль. Не какую-то там яхту, а настоящий боевой корабль. Управляйте знаменитыми боевыми кораблями в бесплатной онлайн-игре World of Warships. Легендарный крейсер «Варяг», знаменитая «Аврора», самый огромный линкор Второй мировой войны «Ямато» и многие другие. Скорее вставайте за штурвал и закидывайте снаряды на десятки километров.
торпедируйте на подводных лодках или воюйте самолетами, управляя авианосцами. Игра дарит не только классные эмоции, но еще и прокачивает ваши исторические знания. Между боями можно расслабиться и посмотреть атмосферные документалки о военно-морском флоте. Каким должен быть секретный советский суперлинкор и как итальянцы гоняли на торпедах? Все это вы узнаете в игре. Регистрируйтесь в World of Warships по ссылке в описании и забирайте большой набор подарков. Пора играть, командир. У нее вообще есть провод на 220 идет, да? Сейчас то есть я на дачу смогу... Давайте смотреть, давайте смотреть. Так, смотрите, как мне выше, значит, крыло-то открывать? А, вот, вот сюда жать или что? На верхнюю кнопочку. А, вот, то есть я их могу настроить, чтобы они изначально сразу выше открывались, да? Слушайте, ну по салону, по рулю она бомбическая, да? Вообще такое ощущение, как новое. Да, да, да. Вот меня всегда интересовали эти люди, зачем они... Ну, поэтому на нее цена была подороже, но зато мы взяли идеальный автомобиль. Вот ну ты сядь хоть, ну дай посмотреть, как да, ты выглядишь на своих белых креслах. Меня... Разуйся только. Да, тут настолько аккуратно, вот то, что застелили даже целлофаном, видите? Да. Коврики там застелены. Не, я, конечно, что-то вообще пока не могу. Опять понять. Тестовая какая-то чужая машина. Да, опять нет. Какая-то, да. Я же привыкла к хорошим машинам, просто они все не мои. Вот идет зарядка, так? Да. Вот чтобы было понимание, она шла... Это что такое у нее? Предохранитель уже вырвали какой-то? Ну, не знаю, здесь лежит. Короче, смотрите. Вот в комплекте, как она пришла, вот она пришла. Да. Вот. У тебя есть вот под американскую вилку? Вот если такую вилку, грубо говоря, дома замутить, то будет все заряжаться. Не, ну у меня нет такой вилки. Ну, понятное дело. Но сейчас надо понять, почему вот этот переходник не работает. По идее, забрать-то не могу, да? Что... Да не, мы можем. Не, да, датчики, я ее где буду заряжать? Только Сколково, да. Вам нужна вот такая штука. Я живу, да, не Сколково. У меня она есть одна всего. Вот, да. Мне ее продадите. Опа. Подарок. Начинается. Что, цыган ты, что ли? А кто должен был торговаться, если не я? Я умею, видишь, я не приличный человек. Я заберу ее, я поеду в ЮСИ, мне просто так. Нужно прожить несколько дней с ней. Я на следующей неделе поеду в ЮСИ, мне все сделают. Возможность и под 220, под 380. Надо заряжать на дачу, вот от обычной от такой. Вот вы мне можете дать вот этот переходник, я вам могу вернуть его потом. Мне он как бы нахер не нужен, потому что я в ЮСИ поеду, и они все сделают там по уму. Просто вот несколько дней мне, до следующей недели, мне нужно прожить как-то с этой машиной. Ну, так вот и все. Везде идет, все идет. Да. Не, у меня просто вот рога обычные под 220 выведены в гараж. Угу. Ну, нормально. Слушайте, круто у вас здесь сделано, то есть у вас прям приезжаешь и при доме вот такой автосалончик с ну, вообще изначально это просто был дом мой с гаражом. Ну, я смотрю, у вас брендировано. Да, так. Ну, вот торговый знак, когда оформили. Так, все, сажусь, господи. Чего так страшно? Колеса налево не свернут, только аккуратно. Блин, у меня машина, вагон было и разных, и я же на тестовых езжу. А что у меня сейчас такой жим-жим? Кто-нибудь может? А я могу объяснить. Ну? Может, ты 3 года о ней мечтал? Да, может. Как минимум. Да. Ну, неудивительно. Сейчас присоски есть, ничего себе. Слышишь? А? Присоски есть. До очки двери. А, серьезно? Угу. У нас опять ночная выдача. Ночной гость у нас. Приобрел автомобиль. Счастливый уезжает. Постоянно на себя не хватало чего-то, ресурсов, времени, а тут, блин, я первый раз за столько времени купила что-то именно для себя, то, что я хотела. Фух. Ну-ка, ускорься в закат. Давай.
заказывают один датчик давления в колесах. То есть надо будет посмотреть, что с ним. Сейчас получается как, что суперчарджер был изначально только бесплатный, когда Tesla только начинала продавать свои автомобили. Была функция там суперчарджер unlimited на протяжении там всего гарантийного срока автомобиля на 8 лет. Сейчас Tesla, скажем так, такой бонус не дает уже собственникам. И ты, когда приезжаешь на суперчарджер, ты должен оплачивать. То есть ты зарядился на какую-то сумму определенную. Ну, то есть зарядился, и там тебе приложение выскакивает счет. Там не, на самом деле недорого, не гонский ценник, но там 5-6 долларов, насколько я помню. Но вот она просит через приложение оплатить задолженность. Пока вы задолженность не оплатите, она у вас будет функция суперчарджера недоступна. Так, обнова висит, в общем, но это радует, сертификаты уже есть, живые. Если только не была обнова. Ну, хотя это какой год? 19. 5.19, да. В принципе, 5.21, да. В принципе, можно закачать обнову и повесить, даже если не живые сертификаты. Но я не думаю, что здесь такой случай. И, скорее всего, серты здесь все-таки живые. То есть здесь вот сейчас, если выбрать точку и ткнуть туда, то no location. То есть она не строит маршрут. Соответственно, работает навигация. То есть, также, если посмотреть вот здесь вот в вкладке автопайла, сейчас здесь все включено, да, потому что она, ну, Джеконсвилл, Филадельфия, у меня последнее запомненное место, то есть, в принципе. Поэтому вот эти вот слайдеры сейчас включены. То есть, после, например, Factory Reset, они, соответственно, выключатся, их уже не включишь, потому что она запомнит локацию в Москве. На территории России не работает ни навигация, ни FSD. Соответственно, мы сделаем так, чтобы все работало. И машина будет прокладывать маршрут, будет работать Navigation Autopilot, самостоятельная езда по трассам, будет работать Smart Summon на расстоянии, там, по-моему, до 75 метров. То есть вы вызываете через приложение машину, она к вам сама приезжает. Модемчик поставим 4G. Потому что сейчас здесь вообще симка, скажем так, она там есть, embedded sim, так называемая, встроенная sim. И модемы, они стоят американские, совпадают только одни частоты LTE-шные, то есть один диапазон с частотами, используемыми в России. То есть, если поставить европейский модем, то будет работать и там 3G, 4G LTE. С текущим модемом будет работать только LTE, если у вас связь будет чуть хуже, то просто, ну, связь у вас потеряется, ну, мобильный. Смотрите, да, здесь, соответственно, на данных версиях прошивки можно поставить pin to drive на бардачок Jailbox pin. То есть, если его открывать, он запрашивает у вас pin to drive. Причем, если вы обратили внимание, да, он все время скакивает в разном месте, чтобы по отпечаткам пальцев нельзя было понять цифры, на которые нажимаются. Ну, так, если на отражение посмотреть. То же самое с pin to drive. При запуске автомобиля, как садитесь в машину, то есть он у вас, как и мобильный телефон, например, то же самое будет требовать pin to drive, если он включен. То есть, если вы его не знаете, то вы просто не уедете никуда. Поэтому вот если вы купили машину, скажем так, бушную, и не знаете этих кодов, то лучше не экспериментировать, пока вы не оформите аккаунт тесловский на себя. Через аккаунт вы можете снести и pin to drive, и pin бардачка. Вот, а так, ну, просто ради интереса, бывали такие случаи еще, что прежний хозяин Tesla, у которого она до сих пор привязана к приложению, иногда там занимался фигней, то есть, ну, драйв включал, или там режим валет, или еще что-нибудь. То есть, ну, не часто, но там, ну, несколько случаев таких было. Звук какой-то странный. Зазор, короче, скорее всего, дверь все-таки надо будет регулировать. Вот, видишь, резинка. Еще раз, что нужно? Привет, у нас тут радостный момент. Я сейчас забираю свою машину, и у меня установка, идет установка приложения. Да, нет, я не то сделала, Влад. Я сделала то, что ты сказал не делать. А, ну, снова один, да. Блин, как тяжело быть тупой, а? Короче, куда мне что заново вводить, а? Влад, скажи, куда мне что заново вводить? Короче, я нажала не ту кнопку, которую ты говорил не нажимать.
А, все, все нормально? А. Введи логин, пароль, дай мне. Да, все, логин. А, у меня, несмотря на то, что у меня давно Тесла, у меня, держи, у меня не было никогда приложения, я просто не заморачивалась. Пока я на учет не поставлю, у меня обламинго с приложением. Но я хочу, я честно очень хочу поставить ее на учет, не как в прошлый раз. Мы обязаны абсолютно покупать себе кнопки ГЛОНАСС. Но есть такая проблема, что кнопок ГЛОНАСС нет. А чтобы получить СБКТС, мне нужно купить кнопку ГЛОНАСС. Ну, я не могу ее купить. Вот и получается, что у меня замкнутый круг. И сейчас я даже хочу поставить на учет, потому что я нормально ездить не могу. Сейчас же, если я оставлю где-то машину на парковке, меня ее отвезут на штрафстоянку, что не хотелось бы. Вот, и, короче, я теперь просто тупо жду момента, когда появятся ГЛОНАССы, и когда мне сделают СБКТС, и я смогу получить электронный ПТС. И только после этого я поставлюсь на учет. Красотка моя. Ну что, малышка, как ты? Замерзла? Короче, вот здесь загорится будильничек, и у меня обновление придет само. Я на будильничек нужно будет нажать, ткну, и у меня что-то там установится, да? Да, при загрузке обновления будет стрелочка зеленая. Ага. Либо можно посмотреть вот по вкладке софт, вот здесь уже зеленая полоска. А какая логика? Почему кому-то уже пришло, мне еще не пришло? Кому-то быстро приходит, кому-то не очень. Логики вообще никакой. Вообще не... Да, я так понимаю. То ли как-то по винам там они идут, да? Может быть, да, вполне себе. Смотри, давай посмотрим, вот что теперь у меня есть. То есть вот да, у меня теперь есть модем, да? Он где-то тут зашит у меня в экране. То есть ее разбирали, что ли, да, полностью? Полностью всю торпеду разбирали, конечно, чтобы достать МСУ и поставить туда модем. Ага. Конечно. И дальше теперь у меня где-то там внутри стоит симка. Я, вот, да. Короче, у меня есть какой-то номер, я на него периодически кладу какую-то денежку. Да. Это я в Пятерочке по акции взяла. Ням-ням, вкусняшка. Всем не дает покоя, что будет, если там, допустим, руку оставить. Я рукой не готова пожертвовать, но мы решили провести эксперимент. Смотрите, я реально купила в Пятерочке по акции батон колбасы. Сейчас. Вот единственное, что мне жалко, что у меня машина чистая. Но я пожертвую эксперимента ради. Смотрите. Давайте я закрываю автомобиль и подставляю ковбаску. Видите? Ковбаска у нас мягенькая и плотненькая. Она на самом деле очень похожа на руку. Не, вы видели? Ничего не отрубило. Давайте еще раз с другой стороны. Давай, миленькая, сделай нам шоу. Пока она колбасу, видите, только нежно гладит. Но ни разу она даже ее не придавила. Я бы сказала, что даже синячка бы не было. Вань, ну что, попробуем на твоей руке теперь? Короче, мы решили, пока мы тут проводим всякие эксперименты с колбасой, закачать мне вручную последнее обновление. Ну, оно должно приходить автоматически из космоса, но, видите, до моей машины оно еще пока не дошло. И поэтому я ребят попросила, и они его сейчас вручную закачивают. А сейчас, когда первая эйфория прошла, пару слов про качество Теслы. Я вам сразу скажу, я ее от этого меньше любить не стала, но я всегда рассказываю, как оно на самом деле есть. Идемте, покажу вам кое-что. Как вам вот такой вот шовчик? Причем в очень видном месте. Прям вот ты подходишь и видишь. Сразу скажу, Теслу не за это любят. Ну вот просто, да? Кайф. Я еще, когда такую машину видела, абсолютно новая стояла у ребят у одних в салоне, я подходила, думаю, кто это покупает? А сейчас сама такая счастливая. Идемте, не, идемте, я вам круче покажу. Не, они вообще, что ли, панки? Ну как так швы могут выглядеть у дорогого автомобиля? Сейчас ковыряюсь на автопилоте, отправляю из сервиса ребятам. У меня же навигации раньше не было. Вот она реально вот так должна выглядеть. То есть ради этого все это было. А перед лицом удобно, нормально.
видно прям близко повороты. Короче, изображение здесь, отображение навигации перед лицом хорошее. Ну вот это, что такое вообще? Вот, выключить американскую женщину, которая периодически мне говорит, там, turn left, turn right, можно. Но тут другой вопрос, что это вот, я тут думала, у меня будет красиво, как с навигаторе, прям все классно, я вот сюда люблю поглядывать. Не, ни хрена, короче, по такой навигации я ездить точно не буду. Вот спрашиваю, я что-то не так сделала или, так она и выглядит. Так, давайте сейчас я показываю ей. Смотрите. Я на автопилоте иду, я показала ей поворотник, то есть я обозначила свое намерение перестроиться. Вот она показывает, почему она не может этого сделать. Машинка, видите, красная. Вот опять красная идет. Она, короче, она ищет дырочку. Вот, вот, смотрите, пошла. Пошла перестраиваться. Нет, там близко человек поджался под меня. Она сразу сдала назад позиции свои. Вот. Вот, перестраивается. То есть все, она полностью перестроилась. Вот она показывает свое положение. Вот, видите? Показывает свое положение в пробке. В ряду, простите, в ряду. Вот. Ну, короче, расстроена я навигацией тем, как она выглядит. Но... кайфую от того, как работает автопилот. Просто кайфую, конечно же. Я же, ребят, постоянно снимаю тест-драйвы. Я постоянно, вы видите, что езжу на разных машинах, в том числе и на очень крутых. Не потому что я крутая, а потому что я машины эти, работа у меня такая. Я беру их там по неделе в тест-драйвы. И все же, что бы я ни говорила тогда, когда я каталась на, допустим, там очень хорошей Audi, очень хорошем Volkswagen с очень продвинутыми вот этими travel-ассистами или там pilot-ассистами, где как это называется. Все равно вот сейчас, пересев на XA с последним автопилотом, то есть у меня-то в S-ке он был совершенно другого уровня, с последним автопилотом, с боковыми камерами, у меня 8 камер по кругу, я вам могу сказать, что все-таки это гораздо более продвинутая система. Ну пусть не гораздо, это просто более продвинутая система, потому что, объясню, на малых скоростях он дает мне возможности не трогать руль. То есть вот сейчас, чё, какая опасность? Вот какая опасность? Никакой. Я могу спокойно ехать, и другая машина меня бы задрюкала. Руки на руль. То есть толком ты едешь и все равно держишь руки на руле. Здесь я еду, я совершенно спокойно, я наблюдаю картину, у меня скорость 5 км в час, мне чего бояться. Но я вижу прекрасно, что вот мотоциклист, видите, раз, он сразу обозначил, он видит грузовика. Я вижу прекрасно, что машина все хорошо контролирует на этой скорости. Вот в такие игры играть на высокой скорости я не буду. Но на малой в пробке, да просто кайф. И не делают так ни европейские, ни американские машины.